Доброго вечора всім глядачам телеканалу Сімон. Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». І, звісно ж, сьогодні окремі вітання всім, хто відзначає велике свято Різдво Христове за західним календарем, усіх католиків, усіх протестантів, власне, всіх, хто для кого сьогодні велике свято з Різдвом. Про те, як святкували, насамперед, кулінарну складову будемо сьогодні обговорювати, як святкували раніше, 200-300 років тому на цих теренах, на землях Слобожанщини. З нашим сьогоднішнім гостем, з величезним задоволенням його представляю, Андрій Парамонов. Андрію, доброго вечора. Ну, якщо святкуєте, то зі святом, звісно, також. Добрий вечір. До речі. Це ж, наскільки я розумію, ну, вже спадщина така радянська зі зміною нашого календаря останнього, так? Різдво після Нового року, бо завжди ж було Різдво перед Новим роком, так? Звісно. Тобто ми, в принципі, можемо казати про... Спочатку Рождество, потім Новий рік, якщо хочете, або Василя. А що відзначав? От є якась різниця взагалі? Ну, я розумію, що була, скажімо, там міська культура, яка більше тяжіла там до якихось європейських традицій зразків. Може, там якось рівнялися на столиці, на їх укази і так далі. А є сільська культура, яка більш традиційна, яка жила там своїми законами і церковними законами і так далі. Новий рік, власне Новий рік, його святкували десь? Ну, собственно говоря, это не совсем Новый рік. То есть, ну, в сельских усадьбах это все, в общем-то, касалось именно праздника Василия Великого. Соответственно, люди больше, как бы, в этот день отмечали, это был семейный праздник. Вот, и, конечно, хотели просто хорошего урожая там и так далее. Опять же, вот эта традиция там посещения гостями, которые там или посевают, угу, или колядуют, или еще что-нибудь, это же все связано совершенно с нехристианскими вообще-то вещами. Вот, это все обряды, которые относятся еще к язычеству. Вот, есть там даже такие теории, что это в этих колядниках или посевальщиках приходят люди, как бы предки, да, то есть они, их дух там вселяется в этих колядниках, вот они пришли, и то есть если ты им как бы дал что-то, угостил их, они тебе будут за тебя молиться там где-то на небесах. Ну, условно говоря. То есть это все вещи, они ко мне как бы относятся мало. Я все-таки больше люблю практические, да, вот моменты, которые связаны, вот как жили, что ели там, какой был порядок в быту и так далее. То есть это то, что я могу еще проследить по документам. Добре, давайте тоді відмотаємо. А то, что люди, как бы, знаете, в душе у них там происходило и так далее, какое, это все-таки больше такая философия уже народного быта. Вот, я от нее часто как бы стараюсь воздержаться. Ну, дивіться, навіть за моє коротке життя, не дуже довге ще, достатньо серйозно змінювалося відношення і ставлення до новорічного столу, якщо ми кажемо взагалі про святковий, так, застілля, так, як таке. Від якихось там, ну, я не знаю, чи радянських стереотипів, те ж саме олів'є, там, те ж саме холодне і так далі, так, холодець до, ну, власне, нинішніх часів, коли це вже набагато більш демократично, з'являються нові продукти і так далі. Якщо брати, скажімо, період 18, перша половина 19 століття, що було, ну, от must have, як то кажуть, що було основним блюдом, стравою новорічного святкового столу? Ну, якщо за Новий рік, за Василя, то, звісно, це жарений поросенок, який, в общем-то, должен був подаватися з хреном. Это единственный как бы соус, там, приправа, которая была. Тем более, что натирали его, этот хрен, прямо перед подачей буквально, чтобы он был действительно там ядреный, насыщенный. Вот. Поросенок этот не должен содержать никаких там ароматов, то есть ни кореньев, то есть это не фаршированная как бы вещь. Можно было там подавать его там с какой-то кашей. Вот. Это, если мы говорим о новогоднем, как бы, то, что было наиболее популярно на Слобожанщине. Если говорить о рождественском столе, то все зависело от достатка семьи. Вот. И, конечно, если 18 век, опять же, то у нас же было много дичи. У нас были олени, у нас были косули, дикие козы, кабаны, там, зайцы, всякая птица, тетерева, глухари. Вот. И поэтому на 18 век, по Слобожанщине, очень много рецептов блюд с дичи.
Естественно, что одно из основных и главных блюд – жаркое. Только не то, что мы сегодня представляем, там горшочек, картошечка, там что-то покрошили. Нет, жаркое – это тушка, целиком тушка, которая готовится в печи, вот, создается корочка. Вот, которая должна быть, ну, как можно скорее появиться корочка, которая препятствует выходу соков из этой птицы, и тогда она там как бы томится. И надо отметить, что вот блюда в основном томились. То есть чем больше оно томится, тем оно получается вкуснее. Не то, что там подкинул дровишек там и жаришь, да? Нет, тут как раз надо было именно выждать как-то вот какое-то время, для того, чтобы это было вот полное как бы... кайф, скажем так. Це був той час, коли, власне, ну, напирали на м'ясо, як то кажуть, так? Тобто, це була основа. Я сторонник, не то, що сторонник, я пытаюсь сьогодні донести таку, как бы, вещь, що все-таки кухня 18 века на території Слобожанщини, вона була значительно багаче по своєму составу, чим пища 19 століття. Потому что чем далее как бы продвигается вот время, дичь исчезает, количество рыбы, такой местной рыбы, оно тоже пропадает. Хотя на самом деле у нас рыбы это считали столбы, то есть это белуга и осетрина, которую привозили с Дона. Вот, и чем свежее эта рыба была, тем было, конечно, лучше. И практически половина рецептов любого блюда, оно включало в себя рыбу, подразумевая, что это будет именно хорошая, качественная рыба, белуга или осетр. Але це для міст, я так розумію. Це все ж, ну, все і в деревнях то же саме. Ну, то есть місна риба, вона була, додавалась туди. Тобто, допустим, якщо ми робимо уху там в ті времена, то есть мелкая рыба, которая выловлена, там, допустим, ну, условно говоря, там ёрш, карась. Вот. Есть средняя рыба, там карп, да, или судак. Но, в принципе, для хорошей ухи обязательно наличие именно осетрины. У мої часи ще, ну, знов-таки, не досить, на щастя, довгий ще життя прожив. У часи там дитинства, юності і так далі. Консервація була теж таким моментом, що спеціально для Нового року там відкладали, що давайте це не відкривати, там помідорчики, огірки будемо відкривати, там соління і так далі на Новий рік. Я розумію, що не було консервації в такому вигляді, як зараз, зі стерилізацією і так далі, але щось таке ж, напевно, собі. Ну, чому? Во-первых, просто ми сьогодні консервацію сприймаємо исключительно як в банку. Но тогда стекло было достаточно дорогим удовольствием. Вот, и если наличие каких-то бутылей, бутылочек, там, штофов, это как бы еще подразумевало, что они будут. Но банки ими, да, и тем более, ну, как бы, как ты ее закрывать будешь. Все же квасили. Вот, или солили. То есть, что в наличии было? Обязательно квашеная капуста. Которая, кстати говоря, на Слобожанщине, части Украины называли щи. То есть это не горячее блюдо, то, что мы относим обычно щи, хоть рот полощи там в России. Нет. Щи – это, собственно говоря, квашеная капуста по-белому. Опять же, квасили отдельно зеленые листья, всевозможные кочерыжки. То, что шло тоже в пищу, но на какие-то обычные заурядные там блюда. Вот. Да и борщ, собственно говоря, часто делался из квашеной капусты. Квасили обязательно, понятно, огурцы. Квасили свеклу, потому что если хороший урожай свеклы, же нужно еще как-то сохранить, большую часть обязательно квасили, то есть этот квас использовали для того, чтобы приготавливать борщ. Вот, потому что свежей капусты, вернее, этой свеклы очень не хватало. Опять же, яблоки, кавуны, квасили терен, сливу. Потом грибы солили. Ну, наши грибы, конечно, не очень, но все равно засолка и грибов тоже была. То есть, как бы, погреб был заставлен этими всеми бочками, катками, вот, в которых вот держались эти квашения, соления. Ну, и, в конце концов, в каждом подворье хорошем обязательно был ледник, где заготавливали зимой лед, и там можно было хранить какое-то мясо, сало, тоже рыбу.
Вот, іначе як ти її ще по-другому сохраниш. А до речі, я просто, ну звісно ж, коли кажуть, що це якесь там українське свято, number one, це таке анекдотичне, стереотипне, це сало. Наскільки воно було поширено тоді, ну як було це святковим чині? Я згадую, скажімо, що в шведському, здається, фольклорі ще з 19 століття там якісь були записи якихось там їх казок і так далі. Там у них чорти в пеклі їли кашу з салом. Це було, ну, делікатесно насправді. Я не знаю, наскільки у нас. Сало было распространено, это обязательная как бы вещь в наличии в каждом хозяйстве. Во-первых, оно, ну, как минимум трех сроков было. Старое, желтое, прогорклое, его тоже как бы добавляли в пищу, там перетирали его там чесноком, вот, и в первые блюда, в обычные дни. Понятное дело, что свежее сало могло быть только когда под праздник, вот под то же Рождество, могли там, допустим, зарезать свинью, вот, и, соответственно, оно у тебя будет какое-то время свежее. Ну и среднее, которое подается там по каким-то, как бы уже праздничным, воскресным, выходным дням и так далее. То есть, ну, все равно к салу не относились так, что там каждый день там только сало, сало и сало. То есть на самом деле с кашей, конечно же, его перетирали, с кашей добавляли, лепешки всевозможные, кашные с салом тоже как бы делали. То есть это во многих как бы блюдах он идет, ну, за исключением там разве что только каких-то вот, условно говоря, супов, да, или борщей. А вот, борщ, то, скажем, заправляли ж салом так само, так, есть рецепты? Ну, чаще всего в обычный день старым. То есть технология, вообще борщ, если сегодня сделать старый борщ, его вряд ли кто-то будет есть. Мы должны понимать, что не было помидоров, что не было перца сладкого, что не было той же картошки. Вот, и поэтому туда ложили практически любую овощ, там репу могли положить, заправить его гречкой, пшеном, другой какой-то крупой. Опять же, что он делается на квасе, да, если богатая семья, она положит, конечно, свежую свеклу. А если это семья среднего достатка, она будет добавлять квас свекольный. А если совсем бедная, то этот квас мог быть вообще ржаной и без свеклы абсолютно. И это борщ так само? Это, ну, а как же? Я же говорю, все зависит от достатка. Опять же, капуста могла быть свежая, ну, если это парадная, условно говоря, и, конечно, чаще всего это все-таки квашеная капуста. Кроме того, все зависит от мяса, да, то есть, если это праздничный обед, то там будет обязательно большой кусок мяса, вот, которым, в общем-то, дает и хороший настой и бульон. И борщ этот томился тоже 5-6 часов. А бывало так, что если обычный заурядный борщ, то он вообще там с утра она его поставила хозяйка и вытащила только вечером, когда они вернулись после работы. И вот тут начинается уже момент, чем ты его заправишь в конце. Богатая семья заправит тебе свежим салом, допустим, ну или так, условно говоря, там свежим. А бедная старым прогорклым, перетолчет с чесноком, если лето, какой-то зеленью. Вот, и все это уже перед подачей на стол. А наскільки були розповсюджені прянощі і сіль? Взагалі, ну, казали, що не можна, не їли б так той борщ, але якщо, знаєте, посолити поперчити, соль, то можна. Соль, це, в принципі, була постійно в обіході. Ви знаєте, що у нас були соляні магазини, обов'язково, вот, в избежание соляних бунтів і так далі. Те же наші харківські козаки, які прийшли під Харків, і от устроили свой быт, и первым делом они начали прокладывать дорогу на Тор, потому что нужна соль постоянно, да, потому что они не были служилыми людьми, и, соответственно, для них эта соль там из соляного магазина не отпускалась. Ну и, хотя нельзя было прокладывать дороги. Второй момент, всевозможные специи и приправы. Ну, в этом плане Харьков, он вообще был один из лидирующих в этой части городов бывшей Российской империи. Почему? Потому что у нас все-таки была, надо сказать, две достаточно крупные ярмарки – Успенская и Крещенская. И вот, соответственно, на вот эти ярмарки привозились товары любого совершенно типа, иногда даже больше, чем в столице.
мы по обороту уступали только Нижегородской ярмарке, наша крещенская. А так, в принципе, здесь продавалось все. Кроме того, у нас часто добавлялись пищи, вот коренья, там, пастернак, сельдерей, ну, естественно, морковь, петрушка корневая. Вот, там все эти благовонные травы, там бадьян, тимьян, все, что как бы было в наличии вообще в природе и существовало, привозилось на ярмарки, здесь покупалось с хозяйками, кухарками, вот, и использовалось для приготовления пищи. Ну, так это было доступно, навіть для селян абсолютно. Немає проблем. Тем так? более в то время было, когда еще все практически натурально обменивалось, редко кто там в 18 столетии покупал многие товары за деньги. В основном шел натуральный обмен. Вот. А деньги пытались откладывать на дві вещи. Либо на горілку, либо на налоги. От, до речі, про горілку давайте теж, бо яке ж свято без цього, тим більше закінчується піст, так, на Різдво, і напевно, що можна. А пили своє чи привезне? Все, опять же, зависело від достатка. В принципе, любой войсковой обыватель, в прошлом казак или казацкий подпоможник, имел право изготавливать горячее вино, вот, и даже его продавать. Другое дело, что для того, чтобы этим заниматься, нужно было все-таки иметь какое-то оборудование, да, современное. Прошу, горячее вино – это горилка нынешняя? Это есть горилка, да. Горячее вино, хлебное вино – это есть то, что горилка. Единственное, что употреблялось в обиходе постоянно, это где-то в районе 22 градусов. Вот, потому что вот такие существовали на тот момент как бы правила по этих употреблению этих напитков. Ну и, собственно говоря, для того, чтобы приготовить, нужны были хорошие казаны, вот, котлы, вот, желательно медные вообще. Не каждый мог себе это позволить. Поэтому, ну скажем, вот в Тарановке было 11 винокуренных заводов, которые принадлежали войсковым обывателям. А сколько там вообще было людей? Несколько тысяч человек. Естественно, что каждый мог, по идее, делать, но не позволяла ему какая-то там ситуация. А рецепты сильно відрізняли, скажем, от нынешних самогонщиков наших, так? То есть, ну, это цукор, это там какой-то... Какой цукор? Ну, во-первых, сахара никакого не было. Так. Во-вторых, это почему оно называлось хлебное вино? Потому что оно приготавливалось из зерна, из пшеницы, из солода. Вот. Ну и, как правило... Для хорошей горилки нужен был хороший источник чистой воды. То есть это родник, колодец, вот это тоже как бы было немаловажно. То есть где ты это будешь делать? И дрова. Если ты содержишь на обывательской даче, там, ну, то есть обывателя Слободы Тарановка, соответственно, тебе нужно как бы получить добро от общества, чтобы тебе разрешили использовать дрова из леса, воду из там того-то источника и так далее. И, соответственно, построить этот винокуренный завод, ну, в принципе, это отдельно стоящая там хата, поближе к этому источнику воды. Ну, я розумію, що шляхта, напевно, мала такі можливості, люди заможні пити якісь там, не знаю, імпортні вина і так далі, а от... Нет. Ні? Я вам скажу, що, да, многие действительно богатые люди пили вина, но большинство как раз дворянство, большинство все-таки у нас шляхты было очень мало, в основном это казацкая старшина, которая была перешла в дворянское сословие по указу Екатерины II, и соответственно она как раз больше любила наше местное, то есть на основе горилки делали настойки, наливки, вот, и множество было видов, и в основном употребляли это. Виноградное вино, конечно, да, на значительных там приемах на каких-то, можно было там это увидеть, если приглашал губернатор там к обеду или к ужину, или на бал, или на маскарад, все это можно было увидеть там на балах и маскарадах у предводителя дворянского собрания, но большинство дворян как бы к виноградным винам относилось скептически, ну, наших, местных. А от про наливки ви згадали, ну, впливали ж, напевно, що якісь зв'язки тієї самої шляхти, якщо читати, скажімо, Гоголя, ну, я розумію, що це 19 століття, навіть його друга половина, а мілкопомісні поміщики, шляхти і так далі, вони всі фактично займалися тим, що у них там якісь були свої рецепти, наливки, там, настоянки і так далі. Мед питний також само, так? Були якісь зв'язки з Литвою, були якісь зв'язки з Польщею, ну, навіть, я думаю, що з Росією теж якісь рецепти, напевно, були. Це було розповсюджено?
Солодкий, такие, естественно. Речи, ну, вообще-то, если мы говорим о меде, то неоднократно ты встречаешь в документальных источниках такое, как бы, что вот там зашел некий человек, да, на постоялый двор и попросил горячего меда. Что он имеется в виду? Он не попросил крепкого алкогольного напитка. Это все-таки напиток горячий, которым используется мед и сухие фрукты. Вот, просто особенно в зимнее время он хорошо там согревает, бодрит. Вот, это да. Если мы говорим о медовухе, то, что сейчас у нас распространено, то ее в шинках не продавали. Uh-huh. Это могли люди там сделать там где-то для себя, но опять же, ну, это не горячий напиток в таком плане. То есть, а именно мед, если человек попросил мед в трактире там, или в постоялом дворе, или в шинке, то понятно, что он просит именно горячительный напиток, чтобы согреться. Окей, у нас залишається небагато часу, а питання дуже важливе. А дітям? Це ж їх, власне, їх пора, їх свято. Чим годували дітей? Я ж розумію, цукру немає, цукерок немає. Так, чим годували? Ну, во-первых, сахар-то був. Он использовался в богатых семьях, дворянских, даже приготовление каких-то блюд, но, конечно, в ограниченном количестве. Для детей готовили всевозможные сладости, ну, которые были на основе, прежде всего, мака. Вот, мак с медом, из него могли делать как фигурные какие-то вещи, объемные, как, их могли пропекать и не пропекать, могли так приготовить, что они будут, ну, как бы выглядеть в каком виде какой-то формы. Вот, потом что-то наподобие печенья, коржиков, вот, с всевозможными рецептами. Вот один рецепт у меня получилось восстановить, что женщины ехали на ярмарку в Харьков, одна другой перекинула, они поссорились, корзину, вот, из корзины рассыпалось это печенье, условно говоря, вот, и она перечисляет в суд, каких, сколько продуктов ушло у нее на приготовление. Соответственно, ты начинаешь немножко понимать технологию, что из этого могло быть. Вот, и мы даже дважды уже это все пытались воспроизвести. Відтворили, з'їли, да. Все нормально, все смачно. Ну, даже продавалось на какой-то ярмарке в Харькове, и народу нравилось. Автентичное таке печиво, да. Так, 18-го століття. Якщо підвести підсумки, ну, я розумію, що більш-менш за настроями, напевно, що було схоже на те, що відбувається зараз, але все ж таки суттєво відрізнялася своїм наповненням кухня, повсякденна і, напевно, що святкова, і стіл був зовсім іншим, але головне, головна страва, наскільки розумію, це порося, все ж таки, так? Основное, да, поросенок, а дальше уже идут вариации его наполнения. Он мог быть обложен кашей, он мог быть приготовлен там с какими-то там мясными вещами. И второе слобожанское отличие – это ветчина из гуся, копченая ветчина из гуся. Это тоже подавалось вот в эти дни. От слід, напевно, що знайти якось це все, ну, порося не проблема, але насправді, що шинку... Не знайдете, я даже вам так? Не советую, потому что поросенок откармливается по другим вообще технологиям, как раньше. И тем более, чем кормилась эта свинья, которая он пьет, допустим, молоко, когда он там же молочный должен быть, ну, правильно? Так. Вот, то есть вкусовые ощущения будут другие. И я прежде всего людям говорю, что если вы будете готовить эти блюда, готовьтесь к тому, что вы встретите необычный вкус, который вам непривычен, и, соответственно, не следующее, что не получилось. Ну, просто эта кухня действительно отличалась. От було б добре мати готові рецепти, власне, слобожанської святкової кухні. Сподіваюся, приходите ж на лекцию, ви ж не ходите на наші лекції в Харків Today. Але я так сподіваюся, що все ж таки ця зустріч відбудеться. Я вам дуже дякую, що ви ходите до нас, насправді. І дякую, що ви дивитесь нас. Ще раз зі святом, смачного вам, насправді, на все добре. До побачення.